Уважаемые друзья рыболовы, приветствую вас на очередной ледовой рыбалке. Сегодня у нас поддавливает морозец примерно минус 20, поэтому взял сегодня с собой палаточку. Все так же надеемся на крупную рыбу. Может быть, нам сегодня повезет. Ловить мы будем, как всегда, на безмотыльную снасть. Дорогие друзья, очень с горем пополам нашел здесь глубину. Сейчас подо мной примерно 8 метров. Сейчас буду сверлиться, закармливать лунки мормышем, несмотря на то, что он у меня уже почти что сдох. Ну и прикормлю еще немного прикормочной смесью. Посмотрим, может быть, сегодня подойдет белая рыба. Вот, сядем на безмотылку. Надеемся на крупную рыбу. Друзья, сегодня просто жесткий дубак, поэтому решительно никаких сил нету, чтобы снимать какие-то красивые вставки. Поэтому это видео будет носить характер примерно такой. Проводка, поклевка, ну и какие-то интересные моменты, снятые от груди. Так что вы уж меня извините, я знаю, все привыкли к такому киношному формату моих видео. Но сегодня, извините, будет именно так. 10 луночек я просверлил на относительно небольшом расстоянии друг от друга. Формку я сегодня взял не такую, а для плотвы. Сейчас немножко водички сюда добавлю. И аттрактант. Я всю прошлую зиму проходил с Дунаевым, но он был такой, знаете, коричневый такой, как карамель. Вот, и был более густой. А этот какой-то более жидкий. Ну, добавлю побольше. Потому что вроде как спортсмены говорят, то, что в холодной воде плохо распространяются запахи. Хорошо пахнет. В кормушку я сначала засыпаю мормыш. Вот видите, он у меня уже тут почти что дохлый. Мормыш засыпаю сначала половинку. У меня большая кормушка, вещевая. Вот. Потом уже сверху плотничком добиваю корм, чтобы у меня при раскрытии кормушки мормыш лежал сверху на прикормке, а не под ней. Тем более он у меня полудохлый, так что лучше будет так. Да, скажу вам честно, ручки у меня, конечно, немного околели. Ух. Давайте потихонечку начинать рыбалку. Опа. Есть первая рыбка. Кто-то бьется там. Подлещик, что ли? Точно. Лещик клюнул. Вообще какая-то смесь подлещика и плотвы. Решил я поставить палатку, потому что с утра ветер не дул, а сейчас начал дуть. Это у меня тут были вертыши. Вот. Так. Опа. Есть такое дело. Вертыши. Самые простые у меня.
точно. Вниз дует. Ну и третий сейчас еще зацеплю. Уж наверняка. Видите, как дует ветер. Палатка аж кривая. Сейчас будем безмотылить. Из-за того, что очень сильный ветер, сейчас поставлю чертика тяжелого. Дальше видно будет. Если на него не будет клевать, значит будем ставить леску 2.08 и пытался уже с ней что-то тут поймать. Опа. Тянет хорошо, упирается под лещик. Блин, сошел. Ё-моё. Так. Опять убежал, да что ты будешь делать-то? Есть. Соблазнился все-таки. Сейчас начнет биться лунки. Вот. Вот я же говорю. Взял хорошо. На все крючки. Опа. Чуть не убежал. Опа. Вернул. Небольшая рыбка. Лопаточка тоже небольшая. Перешел я на следующую луночку. Пауза была такая, секунд 30, наверное. Все-таки соблазнился. Небольшой. Ну как небольшой? О, биться начал. Иди сюда. Угу. Ошеломительная просто пауза. Секунд 30, наверное. О, какая рыбка хорошая. Все, попал. Нет, окунек попал. Окунечек. Давайте-ка мы его посадим на жерлицу. Так, в варежку положим. Поставим жерличку тут посередине.
оторвали мне большого черта. Сейчас ставлю чертика поменьше. Чертика Зуева, которого мы делали с вами на видео. Оп. Конечек. Ух ты! Фух. Вы видели, ребята? Капец, вообще аж шестик загнуло. Ё-моё. Вот так. Вот это уже хорошая рыба. Ух ты. Тихо. Убежал. Ой, собака. Фу ты. Решил я на всякий случай сходить за багром. Ох, какая рыба сейчас сошла. Ой-ой-ой-ой. Сейчас пока ходил. Что-то это. Журлит это. Неужели клюнуло? Блин, ё-моё, дергалась, я ее просрал. Фу ты. Ну все, теперь надо окуней ловить. Оп, есть. Есть. Но это не живцовый вариант, конечно. Окуня совершенно. Давай, беги, полосатый. Опа. Есть. Вот мы его сейчас на живца и насадим. День близится к завершению, солнышко уже низко, надо быстрее идти на второй круг. Опа, выплюнул самый маленький. Красавчик, жирный такой, обожрался мормыша. Беги. Взял сегодня с собой колбаски, яичко, хлебушек. Короче, по-спартански все, как обычно. Все как полостанем кусок мяса. Вот будет мне счастье. Все, добрый бутербродец. Мусорить не будем с коробками. Рубки уберем сразу, пакетик. Сейчас как целую кружку чая выпью. Как пойду хлестать лещей. Вот он. Кайф. Надо быстрее лопать. Солнышко садится. Во-во-во. Во-во. Кто не работает, тот ест. Опа, загнул как. Хорошая рыбка клюнула. Тянет изумительно вообще. Сейчас, наверное, биться будет перед лункой, это перед самой.
что там хоть посмотреть. Подлещичек. На перемену игры на быстрый тряс на один крючочек подсел. Хорошо. Хорошая рыба. Опа. Вот это вообще тяжело идет. Нет, полегче пошел. Такой же, наверное. Или окунек. Подлещика его, конечно, надо тянуть. Что рыба такая, а он окунек. Хороший окунечек. Толстячок попал. За самый краешек, смотрите. Вот как. Прям совсем. Чуть-чуть. А вот если бы у меня снасть была немного более грубая, то есть если бы у меня был более жесткий шестик в кубе с кивком, то в конечном итоге я бы оторвал ему вот эту часть. И все. Хороший, красивый окунечек. Грамм 100, наверное, 120, наверное, даже есть. Но я его брать не буду, потому что мне как бы, ну, пожарить его маленький. А подлещик я завялю просто. Все, сушу. Давай, беги. Красивый. Повыбирался, посопротивлялся. Молодец. Красавчик. Опа. Есть рыбка. Не крупная. Ну как не крупная? Такая. Опа. Вот. Опа. Все-таки соблазнился. На еле-еле-еле тряс. Вот такой. Опа. Опа, остановил. Как идет хорошо. Кунек, что ли? А нет, вот начал биться. Ага. Хорошая рыбка.
интересно ловить. Хитрая. И на каждый тряс реагирует. В общем, одним словом, кайф просто. Сработало. А что-то не разматывает. И там нет. Блин. Да ну ее в баню опять содрала живца и все. Ладно. Тут время мало осталось. Еще успеть. Где лунки, где хорошая рыба садилась. Вот она. Чуть приподняла. Заплаточка. Опа. Вот так. Эй, отдай мой зеленый этот. Вот такая. Ну что, друзья, поймал я сегодня немного рыбы. А без мотылочку работал сегодня хорошо. Чертик. Рыба как головешки. На улице дубак. Сейчас пока ходил, флажки свои собирал. Так руки вообще околели. Поклевала сегодня рыбка, интересно. Попадались и вот такие вот, и вот такие. В общем, худо-бедно наковырял рыбешечек. Результатом я доволен. Сейчас я вам продемонстрирую свой улов. Вот такой вот у меня улов. Камера сейчас отказывается уже совсем работать, потому что холодно на улице. В общем, было сегодня много интересных поклевочек. Было хорошее вываживание. Такое достаточно адреналиновое. Клюнула нам сегодня какая-то прям очень хорошая рыба. Как потянула. У меня аж душа в пятки ушла. Но, видимо, была не судьба ее сегодня все-таки поймать. Но, тем не менее, определенный кайф от рыбалки я испытал. Работал сегодня хорошо чертик. Тот, который мы, кстати, делали на видео. Маленький такой, небольшой, рыба его хорошо принимала, ну и клевала, соответственно, на него. Проводка сегодня была, сами видели какая, то есть еле-еле душа в теле. Определенные выводы по поводу того, как приноровиться к ловле целенаправленно именно подлещика, я для себя сделал. Буду применять потом на практике, и если все-таки какие-то определенные мои мысли подтвердятся, тогда обязательно с вами ими поделюсь. Ну а сейчас мне уже пора собираться домой, складывать все, попить чайку, чтобы пальцы у меня отошли. Ну и все, увидимся с вами в следующих видео.